Существует глинтвейн не только из красного, но и из белого вина. Этот напиток более крепкий. Мой вариант глинтвейна еще и с ромом, что увеличивает градус напитка и улучшает вкус. В сотейнике нагрейте вино со специями, затем добавьте цитрусовые, доведите почти до кипения и снимите с огня, добавьте ром и подавайте. Досмотришь инвидо, и я предложу записать список ингредиентов. Белое вино налейте в сотейник, добавьте специи, корицу, бадьян, звезды гвоздики, поставьте на слабый огонь и доведите до кипения, но напиток не должен кипеть. Половинку апельсина и лимона нарезать на дольки, добавьте дольки в нагревающийся напиток. Когда напиток будет почти кипеть, выключите огонь, ложкой придавите фрукты, чтоб сок ушел в жидкость, процедите напиток через сито, удалив фрукты и специи, в полученный напиток добавьте ром. Разлейте напиток по чашкам, добавьте в каждую чашку дольки апельсина и лимона, можно добавить еще зеленое яблоко, факультативно, добавлять или не добавлять сахар, решайте сами, подайте к столу горячим. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. А теперь ингредиенты. Белое сухое вино, 500 мл. Корица в палочках, 1 штука. Гвоздика, 5 штук. Апельсин, 1 штука. Лимон, 1 штука. Бадьян, 5 штук. Сахар или мед, по вкусу. Ром, 30 мл. Количество порций, 3. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Пусть вам сегодня повезет.